Ребята, на этом Passat уже Stage 2 Plus, уже гибридная турбина Downpipe. Здесь мы поставили управляемый выхлоп. Тихий режим стал средним по громкости, громкий режим не уступает каким-то спортивным болидам. Вы можете сейчас лицезреть и послушайте. Для того, чтобы лучше ощутить звук, наденьте наушники. Когда приехал делать выхлоп? Ну, как и говорили мы, что у меня, во-первых, резонатор, то есть негодность пришел, он сгнил там чуть дырку вот под замену. Ну и как бы, ну, соответственно, я захотел улучшить дома заодно звучок. Да, звучок. Просто вот все думал, как бы делать заслонку, не делать заслонку, блин. Как бы вроде хочется такого, ну, как жесткого чего-то такого, блин. Но в то же время, если постоянно так ездить, ну, я пойму, что, блин, мне это все равно надоест, тем более я подъезжу, там, ну, 500 километров, там, да, приезжаю, ну, день, как бы, машина бывает такое. Чего себе, это за город ездишь? Ну, да, вот, как, там, на выходные бывает, там, пару раз в месяц, вот, и, да, потому что, блин, ну, лучше заслоночку поставить, захотел, включил, захотел, выключил. Как тебе, расскажи, пожалуйста. Блин, ну, первое впечатление, конечно, блин, ну, отлично, отлично, вот, прям. То, что я хотел, в принципе, ну, вот, чтобы захотел, включил, захотел, выключил, там, блин, короче, у меня нет слов, одни эмоции, блин. Мы заодно ремонт сделали, да, резонатор убрали, который прогнил и сёк, и, соответственно, сейчас уже машина с заслонками. Но если нужно будет, мы можем подкинуть как стоковый резонатор, такой же, как оригинал, так и резонатор спортивный, который немножко смягчит вот этот звук турбины гибридной. Блин, пока мне нравится, что она так дует, там, как вот этот звук у нее, блин. Хорошо. Прикольно, прикольно, мне понравилось. Спасибо. Рада стараться, удовольствие от выхлопа. Спасибо. Все. Закончили упражнение.